Там белку подрали, пошли бегом. Как подрали? Где она? Да усыпить ее надо, Егор. Эти собаки не жить уже. Глядим. А мы тебя там ужинать ждем, пошли. Выбор же есть, Володь, всегда у человека. Каждый для себя определяет. Это же не она определяет. Ну, в смысле, это же вы за нее решаете про усыпление. Егор, мама умерла сегодня. Пуск! А вы знаете, что вы нарушаете права диких животных? Дети, идите домой. Егор, сюда иди. Ага, иду. Целуй меня. Это что такое? Зелёрнули нас, достали уже. Сейчас мы тут зверьё как будто бы на куски рвём. Я не хочу так. Выпустили, а? Выпустили всех лис мне, а? Ты посмотри. Все с тобой. Я с тобой.